С нами Максим Серегин, игрок ФК «Орел ГУ». Максим, уже второй матч на домашнем турнире. Вчера был дубль против СПБГУ, сегодня тоже отличился. Как вообще форма? Настроен ли играть завтра? Форма отличная, настроен, как всегда, боевой настрой. Будем выигрывать, стараться. Думаю, все хорошо. Как сегодня игра сложилась и момент, где не был назначен пенальти на тебе, как считаешь, что там было? Ну, судье видней, если не было, то не было. А так, сегодня было, конечно, тяжело. Старались, бились и заслуженно победили. Спасибо. Спасибо.